Проходящим под эгидой Эстонской Федерации НАК. И ваши аплодисменты по этому поводу. Аплодисменты. Организаторами турнира являются исполняющие обязанности президента Дмитрий Уйба и Александр Алексеев и Михаил Грохов. Также ваши аплодисменты. Генеральный спонсор чемпионата мира спорт Нутришен, частный спонсор Александр Алексеев. И я с удовольствием представляю членов судейской коллегии. Янис Высоцкий с Латвии. Геннадий Пуцан, Латвия. Борис Житинский, Эстония, Нарва. Виктор Ткаченко, Эстония, Таллин. Анго Хадер, Эстония, Таллин. И я с удовольствием предоставляю краткое слово Виктору Ткаченко по поводу небольшой исторической справки, связанной с появлением НАК в Эстонии. Пожалуйста. Добрый день, любители культуризма. Приятно видеть вас в этом зале. Наш турнир проходит в Эстонии под эгидой версии НАК впервые. Свою историю НАК насчитывает уже 11-летним стажем. И в прошлом году сборная Эстонии впервые приняла участие в ноябре месяце в Гамбурге на чемпионате Мистер Юниверс, где Эстонию представляли 4 человека, которые все достойно выступили, вошли в десятку сильнейших. Особо, конечно, отличился Александр Алексеев, который сегодня выступит с гостевым позированием. Он стал вице-чемпионом этого турнира. Вот. Выступали также Виктор Ткаченко, вошел в десятку, Дмитрий Уйба вошел в десятку и Марик Калмус, который занял также 10-е место на этом чемпионате. Турнир был очень представительным, было 42 страны участников, в каждой категории насчитывалось более 30 человек, поэтому те участники нашей сборной Эстонии, которые вошли в десятку, значит, выступили, считаю, очень неплохо. Перед этим сборная Эстонии выступала в Финляндии на Кубке прибалтийских стран, где тоже в командном зачете мы заняли второе место, поэтому считаю, что Федерация НАК потихонечку подтягивает себя сильнейших спортсменов этого вида и надеемся, что она будет одной из самых представительных в нашей стране. Спасибо. Ваши аплодисменты. Уважаемые участники, немножко в правую сторону от судейской коллеги можно подвинуться. Võtta tüla, vaatame selle vasakse teise. Призовой фонд в размере 1500 евро, который достанется всем участникам абсолютной категории. Прошу бить спереди. Спасибо. Пожалуйста, номер 4. Расположитесь слева от номера 3, пожалуйста. Спасибо. Прошу пить сбоку. Спасибо.
Прошу бить сзади! Я напоминаю, у нас продолжается состязание в абсолютной категории, и мы переходим к обязательным позам. Прошу, двойной бицепс спереди. Широчайшие мышцы спереди. Спасибо. Болельщики, не слышу вас. Прошу бицепс грудь сбоку. Прошу, двойной бицепс сзади. Спасибо. Прошу, широчайшие мышцы спины сзади. Еще раз с удовольствием напомню о главных организаторах турнира, исполняющие обязанности президента Дмитрия Уйба, а также Александр Алексеев и Михаил Громов. Аплодисменты! Спасибо им, что они проявили вот эту замечательную инициативу появления такого турнира. Итак, для вручения призов, кубков и медалей на сцену приглашается наш земляк, также неоднократный победитель турнира чемпионата по культуризму самого высокого ранга Борис Житинский. Давайте попробуем.